всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы с подписчиками играем Human Fall Flat. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Мы будем проходить эту очень классную карту, веселиться и угорать. Если пить, кушайте, приятного аппетита. И хочу еще сказать, что у Сереги есть свой канал на Ютубе, он уже сделал 10 тральтосиков. Ссылочка на его канал будет в описании, если вам понравится, заходите и подписывайтесь, и ставьте лайкосик. Так, держи за ноги, подходи. Я перехвачиваюсь. Сейчас. Есть, ребята, получилось. Ну что, вообще надо было кубики сюда поднимать, тащить. Ну, нам кубики не нужны. Давайте, кого за бошку брать первого? Давай. О, первый пошел. Башка. Меня, давай, Димас, это я, давай, тащи. Башкохват есть. Давай, бросайся. Давай, тяни. Ну, ну ты жирный кабан. Блин, давай еще раз. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Давай еще разок, давайте кого там тащить, сейчас получится. Отлично, во. Вот тебя вытащу. Ну. О, отлично, сразу видно худенький. Давай следующего. Сейчас мы всех вытащим. Я тут, справа, Димас. Ой, я за эту штуку взял. А, ты уже там. А я буду его за спину тащить. Давай. Тащи его. Да он не за тебя взялся, а за этот, за уголок. Мы сейчас вместе упали. Папайрус. 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 Санса тащи. Ой, Санта, я уже тут перепутал все. Отлично. И снеговик. Давай. Ты сможешь. Давай. Ну, ты, блин, толстый какой-то. Давайте, пацаны, и меня. У тебя голову. Да руки брось, он руками держит. А, это я держусь. Да стой, давай еще раз, снеговик. Давай, все фигня, Миша, давай по новой. Давай. Отличное настроение, ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Давай, о, ребята, ну что, продолжаем. Тут чекпоинт вроде бы должен быть. О, сохранение. Да. Теперь мы, если проиграем, выйдем с этого места. Так, я помню, что тут надо делать. Цепкой по голове дать. Димас, эй, ну что? Подожди, а какой у тебя скин? Ты за кого играешь? Я за спецназа. А, ты спецназ. ОМОНовец. Давай, пошел отсюда. Хотел тебя скинуть. Я тебя сам скину, я снеговика скинул. Так, пацаны, давайте, помните, надо вот сюда идти. Ну что, кто меня подсадит? Тут, походу, надо же, тут втроем надо. Да какой по-честному? Вот по-честному. Ну ладно. Так. Поверим тебе. Димас, я сейчас доску сброшу. Доски. Давай, подсаживай. За ноги, бери. Так, сейчас. Ты за бошку хватайся, это больно. Ну, бери. Так, отлично, я перехватываюсь. Нет. Управление, пацаны, еще этого не знают. Так, я держу. Чуть-чуть не хватает меня. Димас, я доски принес, вот. Давай, держите? Так, держит, я вижу. И... Ну блин, не получилось. Ладно, буду все свои навыки. Ну блин, о, отлично, за бошку. Ну блин, ну доска не мешай, ну ты доской мешаешь. Только получилось все. Я придумал. Серег, пошли обратно вот наверх. Сейчас сделаем по-другому. О, сейчас я его схвачу. Сейчас я тебя схвачу. Давай, держу, помогаю. Перехватывайся, не упадешь. Ну блин, ну ты жирный. О, сейчас попробую. Смотри. Во, еще чуть-чуть. Сейчас, пацаны. О, есть, получилось. Давайте, кого за голову тащить? Меня. О, бери за доску, а я доску буду тащить сюда. Ой, это не доска. О, чувак уже тут... А, вы можете попадать и тут появитесь. Короче, пошли, пацаны, вы сейчас тут появитесь. Там сложновато будет, но мы смогли. Все по-честному. Никаких читов, вот это прилетейшн. Ну что, пацаны, полет века. Ой! Офигеть, это было круто. Я даже не ожидал, что оно упадет. А теперь надо по вот этой залезать. Так, чпоньк. Ну давай, жирная чика. Ой, марионетка, путаю. Давно в эту игру не играл. Чпоньк. Я вас жду. Чпоньк. А, я упал. Ой, отлично. Да, я еще все помню даже.
Отлично! Мне нравится эта игра все больше и больше. Давайте-ка. Ой, а чё я... Ну? О, теперь вот так. Странно, как-то не хватается она здесь. Всё, а чё? О, как-то странно, скользкое что ли было или чё? Ой-ой-ой, пацаны красиво там прилетели. Ой-ой-ой, я вообще красавчик. Продолжаем. А, я опять упал. Как же рукой перехватиться? Вот я помню, я как-то играл. О. А я попробую расшататься. Димас, мы тебя все ждем. За голову меня можешь схватить? Мы тебя ждем уже на другой точке. Ты можешь смотри, упасть. Вот, там нет, можешь... нет, нет. Я хочу по-честному. Давай, я перехвачусь. Спасибо тебе, спасибо, отлично. А чё это шляпа? Моя. Так, куда нам дальше надо? Подождите, что тут? Тут на логику я уже вижу, да? Да. О, вы мне покатаете меня? Покатайте. Я знаю как. Так. Так, давайте помогу тоже. Во, отлично. Ну, надо лед теперь под низом убирать. Убирайте лед, реп. Давай, мог, тащи. Так. Давайте. Давайте, пацаны, вас много. О, отлично. Так надо было так сразу, наверное. Снеговик там придавили тебя. Ой-ой-ой, сейчас упаду. Оно катается. Вот, вот так, вот так, вот так. Все, пацаны, отлично, так и стойте. Все, давай, Дима, залази. Мы... Сейчас, 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 сейчас. Воу, я с одного прыжка допрыгнул, ты видел? Так, красава. Ребята, сейчас будет сохранение, я скажу, когда это будет. Не скоро. Все, падайте вниз. Отлично, ребята, вы прошли. Полчаса спустя. О, Дима, офигеть, смотри, смотрите, что дольше сноуборды здесь. Сноуборды. Где? Вот они. О. Я беру сноуборд. Интересно. Отлично. Я поехал. О, я скользю на нем, слышишь? Ой, я перелетел, Димас, я перелетел. Твою ж мать! Прикольно, ногами встает на него сам. А я бум, сам. Бум, я приехал. Прикольно получилось. Так, это что за дрель такая? А здесь бур какой-то. А, его надо крутить, чтобы поднять вверх. Крутите. Да. Надо сейчас дождаться всех, наверное. Я подтянусь, если что. Надо... Вот, все, все тут. Так надо лучше втроем надо лучше подтягивать это дело. Давайте, залазим. А, вот эту штуку надо крутить. Вот за эту же деревяшку браться и идти в сторону. В другую, в другую. Во-во-во. Отлично, да? Прикольная игруха. Да. Давай. Давайте на максимум высоко. Кто-то на сноуборде сальтухи крутит. Есть. Дайте. Отлично. Так, тут на логику, пацаны. Так. Окей. Давно я грузчиком, да, это, кирпичей не был. Нам надо каким-то образом, я так понимаю, убрать эти льдины. Их вниз надо опустить. Димас, короче, залази на вот эту. Да, да, давай, залази. Погнали. Сейчас. Классная игрушка, мне нравится. Так. А, воу, круто. Давай, я достану. Вот, и как вдвоем сразу пошло дело. Давайте, залазите. Все, Дима залез. Так, подождите, еще не падайте, сохранения не было. Так, тут нету его. Сейчас дальше пройду. Сейчас, может вот тут будет сохранен. Он в домик может. Сейчас. Блин, ну очень интересно и запутанно. Вот, вот сюда, вот тут будет сохранка, наверное. Ну-ка, о, пацаны, я нашел еще вам кое-что. Что там? Сейчас. Ящик вам не надо? О, может мне надо залезть сюда наверх и сохранка будет? Сейчас. Дима, смотри, видишь, тут второй экран есть. Да. Второй экран. Там тебе, короче, надо его как-то вниз подтянуть, чтобы мы тут вверх сами залезли уже. Так. Или давайте, ребята. О, может мне надо. Стой.
Стой. А вот этот кран, это вы его? Подожди. Стой. Мы не залезли на него. Вот, смотрите, вот, давай поднимай. Видите, где я на самом верху? Поднимайте его. Видишь? Не, да, видим. Сейчас. Вот, я тогда достану аж туда. Вот, еще выше. Еще. Можно еще? Отлично, ребят. Ну, я не знаю, смогу достать или нет. Во, еще можно? Да, можно. Сейчас еще. Отлично. Вот это сила. Все. Ну что, там? Ребят, пробую. Давай. О, прошло! Ура! Мы как 4 додика тут стоим. Все, сохранка. Ура! Давай. Марионетка, ты это сделала. И это, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!